Дамы и господа, здравствуйте. Как всегда, автомобиль «Волга». «Волга-Волга» я недолго. И проблема с глубоким гнездом для прикуривателя. Конечно же, его можно поменять, купить новое. Но если вдруг вы купили зарядку, вот такую вот китайскую, у вас нет возможности сейчас поехать в магазин или что-то, и вам надо по-быстренькому сделать так, чтобы она работала, то я сейчас вам покажу очень простой способ, как ее удлинить, точнее доточить, чтобы она вот этим концевиком доставала до нижней, получается, плюсовой клеммы в гнезде прикуривателя. Давайте покажу сначала, что она у меня не работает. Так, снимаю, конечно, одной рукой. Это просто алис капут. Так, лобысь есть. Так, теперь смотрите. Вставляем мы в прикуриватель. Ай, вам так не видно, я понял. Вот она вставлена до конца. Все там четко. Смотрите, теперь включаю магнитофон. Магнитофон работает. Ну, то есть автомобиль как бы подсоединен к клемме, к аккумулятору. Все у нас зашибись. Даже вот зажигание, чтобы всем было понятно, что все работает. И теперь давайте наш донорский телефон, который вот я взял, Микромакс, я взял так вот, мобильчик. Его подключим. Так, вот так на коленку. Где тут у меня? Угу. Клац. Как можете наблюдать, никаких движений у нас нет. Зарядка не идет вообще. Не заряжается. То есть прикуриватель у нас не работает. Теперь будем производить небольшую доработку нашей подзарядки. Поехали. Зарядка. А это обычный медный, получается, ну, наконечник, трубочка от тормозной системы в машине. Можно использовать любую трубочку медную, можно даже взять медную проволоку. Нам нужно просто ее припаять к вот этому к этой пимпочке. Тынь-тынь-тынь-тынь. Вот сейчас мы этим с вами и займемся. Сначала зажмем трубочку. Залудим ее. Так как зарядка китайская, с нее выскочила вот эта вот металлическая пимпочка. Ну, только начал нагревать, и, естественно, пластмассочка чуть-чуть разэтовалась и выскочила. Ничего страшного в этом нет, хрен с ней. Просто теперь берем ее вот так вот в щипчики и начинаем ее канифолью залуживать потихоньку. Ну, чтобы на нее нанести припой и припаять ее нормально уже по-человечески. Получается вот такая вот ерундовина. Вот так она выглядит. Я думаю, вам все прекрасно видно. Теперь вставляем в нашу зарядку. Сейчас только чуть остынет. Все, зашло великолепно. Также на пружинке. Но нам до фени, честно скажу. Нам главное, чтобы она касалась в самой нижней точке, то есть плюса. Мы свое дело сделали, она отсюда не вылетает, она держится, пружинка там тоже стоит, свое дело делает. Погнали проверять. Телефон лежит, зарядку я сразу же вставил. Давайте покажу, что это один единственный провод, чтобы потом не было ко мне никаких претензий. Вот он один единственный, он подсоединяется в зарядку, он там мотыляется. И теперь подсоединяем. Так, ага, сильно длинная вот эта штука получилась. Надо ее немножко обрезать. Вот эта вот самая длинная. Давайте обрежем где-то вот так, в половину. Отрезал я от зарядки кусочек.
Вот такой вот. Пружиночка тут, чик-чик-чик. Все как положено. Ну, вот кусочек. Показываю опять же, что провод, вот он один единственный, он подключен к этому телефону. Давайте телефон вот сюда, чтобы было наглядно видно, что зарядка как бы пошла. Вот уж многие у нас есть люди неверующие вообще на просторах интернета. Вот эта зарядка, вот, и мы подсоединяем. Тут даже есть индикатор, поэтому смотрим. Раз, загорелось. Ну, тут просто понятное дело, что... У меня еще само там гнездо, не фонтан. Контакт надо еще наловить. Сейчас наловим контакт по любе. Видите, тут уже просто само гнездо. У меня тут тоже немножко проблема. Но, как вы видите, индикатор горит, зарядка пошла. Вот, давайте посмотрим. Вот видите, заряжается. Думаю, видно, сейчас он сфокусируется. Я думаю, вам видно, да, что вот батарейка, там стрелочка нарисована. Он ее заряжает, так он, наверное, не увидите. Вот, думаю, так видней. Все заряжает, зарядка идет, индикатор работает. Вот вам простое решение и самый простой способ, как можно приспособить китайскую самую дешевую зарядку для своего гнезда, если вдруг оно старого образца, как у меня, длинное, доточить немножко, кусочек можно провода взять толстого, вдвое его сложить, доточить, припаять, и он также будет работать. Просто с трубочкой проще, раз-раз и готово, ну и как бы она... понадежнее трубочка. Но если нет, то я же говорю, обычный провод доточили, все вставили и поехали. И не только припаяйте хорошо. И если вот эта китайская такая вот зарядка, желательно немножечко ее разобрать, вытащить и припаять. Но это если вдруг магазины закрыты, а надо вот ехать срочно, нигде не купить или еще что-то. Ну, то есть понятно, да? Грубо говоря, это временное решение, но с таким временным решением можно ездить и постоянно. Поэтому всем спасибо, дорогие друзья, кто посмотрел. Удачи вам на дорогах и будьте здоровы. Всем пока.